По инициативе губернатора Андрея Воробьева с 2016 года в Подмосковье действует программа «Социальная ипотека». Таким образом, уже более 2000 человек приобрели собственное жилье. Уникальность этой программы, она уникальна, наверное, для всей нашей страны, когда практически полностью первоначальные взносы, тело кредита правительство Московской области компенсирует, вам остается только вот заплатить проценты. С начала 2022 года свидетельство на социальную ипотеку получили 214 медицинских специалистов. Всего до конца года планируется вручить 300 сертификатов. Наш регион, наше правительство, губернатор дает возможность докторам, тем, кто действительно отвечает за здоровье населения на территории Московской области, решить свои проблемы в части жилья. Это проблема, на самом деле, наверное, основополагающая. Участниками программы могут стать врачи 51 специальности, а также средний персонал, медсестры, фельдшеры разных категорий, акушеры. Всего 16 специальностей. В конце сентября среди счастливых обладателей сертификата на социальную ипотеку стала Анна Черпинская, участковый врач-терапевт Звенигородской поликлиники. Она уже подобрала однокомнатную квартиру по соседству с работой. Будет жить там вместе с ребенком. Город Звенигород может быть небольшой городок, но населен очень хорошими людьми. Здесь очень хорошая природа, здесь очень хорошая атмосфера, хорошая поликлиника у нас. Мне здесь очень приятно и комфортно работать. В сфере здравоохранения Анна уже 16 лет. 2 года проработала в ковидном госпитале в Звенигороде, приехав сюда из Орловской области. Затем решила остаться и перешла в поликлинику. При этом отношение к работе осталось неизменным. Любить свою профессию, уважать, ценить своих пациентов, много трудиться. Елена Краева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».